Приветствую, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня я буду открывать вот такую видите, коробочку, такая посылочка. И эта посылочка, здесь в этой посылочке подарок, который я выиграла в одном конкурсе на Facebook. Здесь должен быть корм для собак. Здесь должна быть, по-моему, пачка 3 килограмма. Вы знаете, что я время от времени участвую в разных конкурсах на Facebook. Ну, не всегда. А когда такое, если мне что-то надо или что-то меня интересует, ну, если есть, конечно, время, то, знаете, со своей болезнью пока не всегда есть время и желание, и возможность. Вот такое. И вот я выиграла такой корм. Там можно было выбрать или для котов, или для собак. Корм называется, если я правильно прочитала, не знаю. В принципе, никогда с таким кормом не сталкивалась, никогда не покупала, не знаю. Fitmin Dog for Life Lump and Race. Где-то 3 килограмма. Ну, сейчас мы откроем, посмотрим, что это за корм. Это корм, по-моему, если я не ошибаюсь, чешский. Ну, этот корм называется супер класса люкс, премиум. Есть разные виды, и даже для разные. Вот, видите, такая пачка. Опа. Так, здесь ничего нету. Такая у нас пачка. Мы ее так поставим, чтобы было хорошо видно. Видно? Да, поставлю немножко вот так дальше. Вот такая пачка. Да, Fitmin for Life Lump and Race. Так, да, вот видите. 3 килограмма. А сейчас посмотрим, с чем он. Если здесь есть у нас перевод. Так, здесь у нас на разных языках. Потому что этот корм не наш. По-моему, чешский, если я не ошибаюсь. Так. Немножко упаковка, видите, такая. Черная упаковка, видите. Немножко трудно читать. Еще что-то. Солнце бьет немножко. Плохо видно. Так. Смотрите, друзья, сколько здесь языков. На всех языках. Так, ну, поверю, что нету на русском. Так, друзья, есть видео. Нет. Видео нету. Нету на... Нет, есть на русском, друзья. Вот, есть, говорю. Немножко упаковка, видите, черная упаковка и плохо видно. У меня еще немножко свет с окна пробивает и плохо видно. Так, комплексный корм для взрослых собак всех пород. Ягнятина и мясо птицы, свежее мясо ягненка, сушеное мясо ягненка, сушеное мясо птицы. Так, рис. Есть такой, рис такой, жиры разные, сухой яблочный жом, масло лосося, пивные дрожжи, ну и разные там добавки. Корень цикория, фосфат какой-то натрия. Смысл, да, друзья, это корм для взрослых пород собак. Для взрослых собак, на всех пород. Просто для взрослых. И здесь у нас есть, видите, табличка, сколько добавить. На 10 килограмм 150 грамм, на 15, 30, до 40. До 40 килограмм. Сколько его надо добавить. Да, такие небольшие гранулы. Ну, вот такой корм.
принципе, ну, неплохо, если действительно говорят, что он такой смотрите, гипоаллергенный, натуральный, ага, вот ягненок, с пребиотиками, с витаминами и пробиотиками, да, видите, для всех пород собак, для, ну, именно для взрослых, но пусть даже эта порода или маленькая, или большая, но для всех пород, видите, ягненок. Немножко, в принципе, не знаю английский, что это, здесь что-то в процентах. Ну, друзья, я думаю, не знаю. Может, кто покупал такой корм, знает. Может, это корм новинка. Может, это у нас была такая фирма, продается у нас в зоомагазинах. Но именно я не покупала, я не знаю. Такое не покупаю. Ну, конечно, большое спасибо фирме Fitmint. И Лори, спасибо вам за такой подарок. Очень приятно, конечно, получать такие подарки. И тем более, что когда я выиграла в этом конкурсе, я лежала в больнице. Так что мне было вдвойне приятно, что был какой-то стимул побыстрее вернуться домой. Все, друзья, вот такая у меня сегодня была посылочка. Может, немножко видео затянулось. Я хотела прочитать на что-то. Ну, немножко, если честно, чуть-чуть, немножко упаковка, видите, немножко черная упаковка и мелко написано, и что-то трудно прочитать. Ну, надеюсь, что корм будет хороший. Ну, будем пробовать. 3 килограмма, должно его хватить надолго, 3 килограмма, так что будем пробовать. Все, друзья, спасибо вам за просмотр, если вам понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на канал. Ссылочка на их страничку в Facebook я напишу, будет как всегда под видео. Так что, если кто не верит, участвуйте. В Facebook проходит очень много конкурсов. Так что, если кому интересно, участвуйте. Видите, все реально. Ну, конечно, не все. Вы выиграете то, что вы хотите, но, в принципе, можно выиграть, да. Ну, это, конечно, это, говорят, рулетка, но шансы всегда есть. А, и что мне еще понравилось, то, что я вам всегда говорю, это за доставку. За доставку я ничего не оплачивала. А доставка бесплатная. Так что и спасибо вот фирме и за это, что тоже бесплатно доставили. А то многие еще просят за доставку. Отправляют, а потом ты еще оплачиваешь. Бывает, что пишут, некоторые пишут сразу, а некоторые не пишут. Вот мне не нравится, когда не пишут сразу. Вот если бы написали, там доставка за ваш счет. Тогда да. Все, друзья, я вам всем желаю удачи, участвуйте, играйте, вам, пусть вам тоже повезет, пусть вы выберете то, что вы хотите. До новых встреч, пока!